Так, вышли мы на прогулочку. Такие нарядные девчинки мои, барышни. Вот. Там какая-то выставка фотографий. Люди отдыхают. Погода хорошая. Ева все капризничает, на пляц забав хочет. Ева, идем же так гуляем. Зачем тебе этот пляц забав, на который ты каждый день ходишь? Вон гамак освободился, можете полежать. Зря я это сказал, наверное. Аленка нарядная какая. Ну какая не нарядная, это обычная одежда. Давай, прыгай, Ева. Надеюсь, там бомжик не спал ночью. Ложись. Держи, а то сейчас нырнет. Залазь. Эй, папа, мне она такая. Мама хочет прилечь. Тихо, сейчас кормить не дадим. Короче, эй, вот так вот. На батуте прилегли, а мать нас... Моцно. Что значит моцно, Ева? Мы сейчас попадаем с тобой здесь, с этого батута. Давай, я тебя покатаю, как убить. Барышня. На гамаке развалилась. Тихо, да, тут такое дело. Сейчас ты залетишь. Опять. Хочешь прилечь? Идем на шарик. Ну? Мама, мы дадим тебе Короче, завалились тут две барышни. Просят покатать их, да. Оп. Все, я пошел. Папа. Сейчас шок-контент. Ева переворачивает мать. Давай, вылазь. Какие-то цифры тут в переписи населения. Интересно. Кто стоит, читает это все. Мы вот еще даже не переписались. Все забываю. Помню, что нужно сделать, но все забываю. Так, предвкушаю уже, что Ева хочет от мамы. Выпрашивает, это шарик, наверное. Так, главное не попасть под колеса велосипедистов. Что Ева у него уже тут? Клянчи шарик? О. Тут уже кораблик, или как это назвать, повеселее. Музычка сразу слышно играет. Что у нас тут? Диджей валит там свои миксы. Ребенок пришел в Барчелло, называется. Робот? Ну так и робот. Рейс о заходе сонця. Отбиваємо за 15 минут. Вийшли через пристань на летала, білети до Закупина и Барця. Сердечно запрошуємо. Это походу кораблик отплывает и там пати происходит.
Слышь, как я понял, там, походу, отплывают и там балдеют они. А, да? А, ну вот, короче, цены. На набережной вот такие вот всякие выставочные боксы. То есть фауна, допустим, рециклинг мусора. Можно это все там порассматривать. Присела дама. В общем, так вот можно отдыхать. Немножко пляжа. И какие-то клипы, я не знаю, там можно до этого фильмы шли. Что? Можно фриточки взять, пивасика, я вижу освобождающееся место. Да? Его не даст тут посидеть нормально? Если ей дать такое кресло, легко. В общем, релакс. Если еще лицом к морю. Лицом к морю. Как в Белосток съездила? Чем тебе Белосток? Белосток понравился, чем не понравился? Мне понравилось то, что там спокойно. Как будто вот бабушки в деревне сидят. Ну и в том плане, что там Белосток в деревне. Это просто. Я была в Клёсине, которая как деревня. Вот. Но в Белостоке, вот в этом Клёсине, там так спокойно, хорошо. Вот такое вот иногда хорошо съездить. Отдохнуть морально, но там скучно для жизни, для меня. Вот как жить там скучно. А вот. Что еще? Ну вот не понравилось то, что там скучно. Городок такой. Как я говорю, как будто какой-то заложили новый городок, но он еще не обжитый. Такие вроде есть красивые, польские вот. Как ты здесь видишь новые польские дома, эти красивые, новые стройки. Но есть при этом много старых домов. Их как а-ля Барановичи. Мне нравится Белостоки. Ну я не знаю, может потому что я ходила там. Ну не знаю, короче, может мне показалось это, но почему-то именно там я не чувствовала какую-то напряженку, чтобы разговаривать на русском языке. Я не боялась там разговаривать на русском языке. И как это сказать, не боялась. Не в плане того, что... А кто тебя сейчас запрещает? Какие-то вот взгляды злые из Варшавы. Это легко встретить. Не нафиг вообще легко. Я смотрю, ты с Белостока приехал, уже не стесняешься. У вас привык. Раньше так с Аленой по-русски поговорить, так начинаешь... Просто там очень много попадается русскоязычных. Там даже вот по соседству какое-то предприятие там было. Даже там русскоязычные, смотришь, как через забор там разговаривают. Они там спокойно общаются при поляках, вообще даже не парятся. Вот, допустим... Поверь, здесь на стройке где-нибудь тоже общаются украинцы на русском, не парятся. Я имею в виду, вот здесь вот будешь идти, допустим, вот. Даже у нас на фирме приходят полурусские, полупольские, говорят и не парятся. Я имею в виду, что там... Просто ты, может, мать нет, я в том плане, вот стоял муж сестры, разговаривал там с соседом, что-то там по машине рассказывал. Вышла я, он вообще не парился, мне начал там на русском что-то распрягать, ему пофиг, что там он не понимает. Хотя они говорят, что они там все понимают. Ну так, граница недалеко. Да, ну да, наверное, может, это вот такой прям дух белорусский какой-то чувствовался. У меня даже локализация выдавала Барановичи почему-то. Я сегодня на Фейсбуке прочитал, типа, где можно купить флажок бел-червоно-белый, ну, БЧБ, да, там. И кто-то там отвечает в комментарии, вы приехали в Польшу, какого хера вы паритесь дальше? Живите своей жизнью, как ты относишься к этой фразе? Я не буду отвечать на это, политически, ну, ладно, провокационный вопрос. Я считаю, что как бы, если душа болит, то она все равно будет болеть. А ты и в другой стране живешь, ты же не можешь несправедливость терпеть в себе, правильно? Я думаю, даже поляк может любой сказать здесь, что у его будет душа болеть, что у нас несправедливость. Потому что... Так некоторые уехали из Беларуси именно по этой причине. И не проще вернуться в Беларусь, потому что удалится. Ну да. Даже я где-то читала, там типа пройдут... Как бы опрос, типа, или как сказать, что... Ну, я уже не буду брать там по проценту по этим числам. Но очень много людей готовы вернуться обратно. Ну, говорю. Yes. Сейчас у нас целый влог выйдет с твоим рассказом о поездке в Белосток. Отдельно. Боюсь, тебе придется там урезать. В общем, скажу так.
там хорошо отдохнуть морально, хорошо, спокойно, но скучно для жизни. Как для меня, лично для меня. Ну что, Это бы типа, я не знаю, это если бы я жила, вот, не если бы я дома, это вот я жила в Барановичах, и, допустим, мне захотелось, вот по каким-то причинам надо уехать, вот, сбежать из Беларуси. Мне как-то вполне устраивало свой такой баранический темп жизни, все такое. Вот это хорошо, там получше, чем в Барановичах, если бы так. Короче, Алена разговорилась, я вам говорю, уже идет 4-я минута. Будет отдельный влог, наверное, с ее разговором. Ну ладно, что, нагулялись сегодня немножко? Да, я скажу так, ты скучный. Ты тоже скучный, тебе надо было шутки. Ладно, прощайтесь тогда. Смотрите наши волки. Ева. Ставьте лайкосики. Ева не в настроении. Чего? Папа обидел. Где? Скажи пока, ставьте лайки. Все, всем пока, оставайтесь на канале, подписывайтесь и пишите свои комментарии. Пока-пока.